18 апреля прошла всероссийская проверочная работа по математике для обучающихся шестых классов. Проверочные работы проводятся по решению школы. Участие в ней приняли более 3000 школ из всех регионов России. На выполнение заданий по математике школьникам давалось 60 минут. По итогам участники всероссийской проверочной работы продемонстрировали владение понятиями «отрицательные числа» и «обыкновенная дробь», умение находить часть числа и число по его части. В заданиях проверялось владение понятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах. Также участники продемонстрировали умение оперировать понятием модуль числа, сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа, умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки.